29 декабря закончился первый поток, первый трехмесячный курс подготовки видеоблогеров. Репортаж об этом есть в социальных сетях, там фотографии, видео. Хочу сказать, что со 2 по 8 число я буду преподавать видеоблогинг детям в лагере навыков у Кирилла Лебедева. Ссылка на этот курс в описании. А установочная встреча второго трехмесячного потока пройдет 20 января, в воскресенье. О времени и месте мы расскажем дополнительно. Ну, это будет, наверное, так же, как обычно, в 12:00 или в Фотоплее, или на Мясницкой. Хочу напомнить всем, кто об этом слышит первый раз, что на этом курсе мы изучаем монологи, ораторское дело на камеру. Мы изучаем интервьюирование, причем делаем это очень глубоко и полно, с четким анализом структуры и логических уровней, вот как любого человека проинтервьюировать. Мы участвуем в ток-шоу, разрабатываем скрипты для полемики и даже снимаем небольшие игровые короткометражки. То есть по итогу трехмесячного курса самая главная цель, которую мы хотим достичь, звучит примерно так. Каждый человек, выпускник школы видеоблогеров, это готовый продакшн, способный от начала до конца сделать любой ролик, блог, интервью, ток-шоу, может спродюсировать съемки короткометражного фильма и, в принципе, ну, естественно, все заводят себе каналы на YouTube и стараются его монетизировать. В принципе, это готовая профессия, которая, в принципе, может человека даже и прокормить. Примеров тому очень много. Приглашаю всех на установочную встречу 20 января. Пишите комментарии под роликом, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Нажмите обязательно колокольчик, чтобы знать, как мы движемся по этому курсу. Спасибо за внимание.